сурова, неприветлива Северная Атлантика. Здесь ведут промысел рыболовецкие суда, прописанные в Калининградском порту. Путина нынче была богатой. Рефрижераторные суда доставили в трюмах много рыбы. Прибавилось забот у портовиков. Различные средства механизации позволяют без задержек разгружать прибывающие суда. С начала года портовики переработали свыше 2 миллионов тонн грузов. В честь 23-го съезда КПСС коллектив Калининградского порта решил завершить годовую программу досрочно, к 10 декабря.